В пятницу утром в Одессе приземлился очередной спецборт, который доставил раненых бойцов из зоны АТО для лечения в военном госпитале. Из 10 военных половина лежачие. Повреждения какие? Минно-взрывные травмы у нескольких ребят, пулевые ранения. Борт тяжелый тем, что у одного парня, он, кстати, сирота, боевая ампутация ноги оторвала ногу. У одного парня боевая ампутация глаза, осколок попал в глаз, и, к сожалению, он останется без одного глаза. И вот только что разговаривал еще с одним мальчиком, 23 года, морпех, тяжелое огнестрельное ранение правой ноги, и поврежден очень сильно коленный сустав. И вот нужна будет, сразу обращаюсь к людям, нужна будет помощь в покупке коленного сустава. Это, к сожалению, недешевое удовольствие, порядка 3-4 тысяч долларов. Известно, что пострадавшие военнослужащие морпехи, которые получили ранения под Мариуполем, на различных позициях. Сейчас волонтеры готовят уточненный список всего необходимого для дальнейшего лечения бойцов.